Не знаю, идея записывать такие видео просто пришла спонтанно. На данный момент у нас 6.30 утра, 6.31 по московскому времени. И люди начинают просыпаться, идут на завтрак. Фу-ту-ту-ту-ту. Вызывают себе такси. А у меня простой отель. Я в разных работал, и в 5 звездах, и в 3, и в 4 звездах. Больше всего мне понравилось в 3 звездах, потому что здесь удобно. В том плане, что не так много заморочек в 5 звездах. В 5 звездах там и рум-сервисы, и свои стандарты, и тыры-пыры, и туда-сюда. Здесь такого нет. Ключ поспать, поесть, ну и там для особых дел. Например, сейчас. Здравствуйте. Что еще раз? Завтрак. Завтрак прямо и направо. Да-да-да, просто проходите и все, у вас он включен. Приятного аппетита. Вот как-то так, друзья мои.